Здравствуйте, рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале Енот Постригун. Сегодня у нас очередной обзор на машинку Wall. Выпущена машинка была в 2019 году. В 2019 году у компании Wall был 100-летний юбилей, и они отпраздновали это дело выпуском двух подарочных машинок. И вот вторая вышедшая в них машинка – это Wall Magic Clip Cordless Metal Edition. Давайте посмотрим сначала снаружи коробочку и потом заглянем внутрь. Итак, коробка, в общем-то, стандартного размера для всех последних моделей. Все, в общем-то, как всегда. Основные преимущества перечисленного снаружи – это нож 0,8-2,5 мм. Это то, что имеется плавная регулировка в широком диапазоне. Это то, что металлическая машинка полностью. Это то, что нож можно выставить в ноль, что работает от аккумулятора и от шнура, и 2 года гарантии. Но не обольщайтесь, если вы откроете стандартный гарантийный талон, который идет в комплекте с машинкой, то там будет указано, что для России гарантия на все машинки 1 год. 2 года – это не для нас, это для Европы. Хорошо. Дальше опять же плюсы, что мощная, там, что ножи клевые, и изображена у нас комплектация, о которой мы поговорим пару секунд позже. Итак, давайте же откроем и посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас лежит такая вот замечательная красивая машинка. Внутри у нас лежит сетевое зарядное устройство. Лежат насадки, масло со щеточкой, расческа. И под этой пластиковой штучкой у нас лежит комплект макулатуры и тряпочка. Тряпочка лежит здесь неспроста. Тряпочка нужна у нас специально для протирания машинки, поскольку металлический корпус довольно-таки маркий, достаточно прикоснуться один раз пальцем и сразу же остаются следы. Поэтому кладут тряпку, но сомневаюсь, что кто-то будет целый день натирать корпус. Я думаю, все-таки это машинка для работы, а не для того, чтобы стоять как выставочный экспонат. Второй момент по комплектации. Насадки. Насадки здесь премиальные, но здесь все печально, потому что насадок столько же, сколько у сеньора европейского. Всего 3 штучки. Маловато будет. Размеры 1,5, 3, 4,5 мм. Это, в общем-то, все размеры, которые нужны для тушевки, для фейдов. Да? Но хотелось бы, чтобы комплект насадок у этой машинки был бы таким же, как у стандартного беспроводного Magic Clip, то есть 8 штук от 1,5 до 25, ну а здесь от 1,5 до 4,5. Хорошо, давайте поговорим про саму машинку. Машинка, еще раз напомним, это у нас юбилейный экземпляр, красивый, на это и сделан упор у нас, полностью металлический корпус, металлический алюминиевый, ну, нижняя половинка корпуса алюминиевая, и верхняя крышечка у нас из нержавеющей стали, тоже такая вот блестящая, замечательная, все это хорошо, но благодаря этому вес машинки изменился с 290 граммов, как у обычного Magic Clip, до 400 граммов ровно. Нож оставили точно такой же, это нож для фейда, то есть он без гармошки, он у нас более тонкий, и здесь так же, как у стандартного беспроводного Magic Clip, у нас двойной ряд зубчиков маленьких, за счет чего достигается более чистая тушевка. Но за счет этого же нож этот долго не живет на массе, поскольку мелкие зубчики, они быстро у нас изнашиваются, поэтому желательно к этой машинке в паре иметь еще что-то для снятия массы. Ну, можно ей массу долбить, но тогда нож придется чаще точить или менять. Нож здесь имеет регулировку длины среза от 0,8 до 2,5 мм, ширина ножа 46 мм. Часто на упаковке, ну или всегда, может быть, указывается ширина 40 мм, но это американская система измерения по верхнему ножу. Ширина нижнего ножа 46 мм. То есть насадки надо искать на нож 46 мм. Дальше. Мотор. Вторая по важности деталь после ножа. Мотор здесь стоит точно такой же, как и в стандартной версии Magic Clip, здесь никакой не усиленный, ничего, все те же 5,4 ватта роторного мотора. Это достаточно высокая мощность, с помощью которой можно постричь практически любой волос без затруднений. Частота двигателя 5500 оборотов в минуту. Это стандартная величина для большинства роторных машинок аккумуляторных. То есть здесь ничего такого экстраординарного нет.
Мощность чуть больше, чем у большинства мозеров, но обороты те же самые. Питание. Питание здесь аккумулятор встроенный, литий-ионный. Соответственно, раз это литий-ион, его можно подзаряжать в любой момент, что довольно удобно, поскольку индикация довольно скудная и невозможно узнать, какой процент зарядки у нас остался, поэтому полдня отработали, можете смело ставить на зарядку. К сожалению, в комплекте нет зарядной подставки, как у машинок Moser, Panasonic и прочих нормальных аккумуляторных машинах, да даже у той же Wolberetta есть подставка, но вот у барберской линейки, поскольку она считается такой недорогой линейкой, здесь у нас комплектация поскуднее и подставочки нет. Итак, можно в любой момент подзарядить. Кроме того, если вдруг вы не уследили, у вас машинка разрядилась, можно работать от шнура. Подключить его и работать. Само собой, это не очень удобно, тем более, что шнур здесь довольно-таки жесткий, гнется плохо, поэтому лучше не допускать, а вовремя заряжать. Работает от одного заряда 90 минут, полный заряд осуществляется за 120 минут. То есть 2 часа заряжаем, 1,5 часа работаем. В принципе, 1,5 часа это более чем достаточно на одну смену. Что еще нужно отметить? Ну, даже не знаю. Длина шнура 2,4 метра, то есть стандартные для Америки 8 футов. Ну, вот, пожалуй, и все. Резюмируя, машинка очень симпатичная, это ее главный плюс. Из минусов у нас это маленький набор насадок, всего 3 насадки. Это то, что она стала тяжелее за счет алюминиевого корпуса и стальной крышки. Ну, и этот корпус довольно-таки марки, что, ну, не очень приятно. То есть, она красивая, но красивая, пока мы ее не заляпаем. То есть, чуть там пальцем коснулись, и вот, пожалуйста, там уже остаются следы. При том, что буквально там 5 минут назад я вымыл руки с мылом. То есть, такие зеркальные поверхности все-таки довольно марки. Ну и ценник. Ценник здесь несколько выше, чем на стандартный беспроводной Magic Clip. Это, в общем-то, понятно. Так что машинка, ну, скорее для удовольствия, чем для работы. Для работы, наверное, все-таки лучше стандартный Magic Clip. Но эта машиночка, она красивая, приятная и... Почему бы ее себе не позволить, если финансы у вас не поют романсы. На этом, пожалуй, все. Будут вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Также заглядывайте в наш интернет-магазин, который называется «Енот Постригун». Также у нас есть группа ВКонтакте «Енот Постригун». И также у нас есть Инстаграм «Енот Постригун». На этом прощаюсь с вами. До следующих видео. Пока-пока.